В Боровичах на стене Вельгийской бумажной фабрики появилась памятная доска Наому Гинзбургу, одному из владельцев предприятия. Участие в открытии мемориала принял внук промышленника, известный сатирик Семен Альтов. Наум Гинзбург стал владельцем Вельгийской бумажной фабрики в 1915 году. Несмотря на сложности военного времени, грамотному управленцу удалось не только сохранить предприятие, но и развить производство. Его не пошатнула впоследствии даже революция. В Боровичах Гинзбурга до сих пор помнят как человека, много сделавшего для развития города. С уважением относятся к памяти о выдающемся предке и потомке. Я думаю, любому человеку интересно и важно, и нужно знать какие-то свои корни, хотя в нашей стране это достаточно путано за долгие годы все происходило. Поэтому тем приятнее, тем важнее для меня, чем будет для моих детей. Вот то понять, откуда ты произошел. Я хочу пожелать всем тем, кто стоит здесь, чтобы когда-то с годами, если не, пусть у них не осталась такая доска, но чтобы хотя бы дети гордились тем, что сделали их родители. Сатирик Альтов не без иронии отметил, что боровичи, в которых он был впервые, его приятно удивили. Добавим, что Вельгийская фабрика до сих пор является одним из наиболее стабильных и крупных предприятий района.